Российский путешественник Саша Холодный, известный зрителям канала «Автоплюс» по кругосветной экспедиции на ВАЗовской буханке, задумал высадить в Крыму саженцы гигантской секвойи. Необычная миссия началась в Подмосковье, у музея-заповедника Антона Чехова Мелехова. Оттуда Холодный поехал в Тульскую область, в деревню к знаменитому путешественнику Федору Конюхову, которому подарил первый саженец. Зрители телеканала «Автоплюс», мы с Федором Филипповичем Конюховым желаем вам удачи и рекомендуем в своей жизни больше путешествовать. Вот этот подарок из Калифорнии, саженец гигантской секвойи, мы посадим здесь, на земле, в деревне Федора Филипповича Конюхова. Она растет несколько тысяч лет, и нашим потомкам останется память от нас. Остальные саженцы поехали в теплый и более подходящий для секвойи Крым. Высадили их в районе детского лагеря «Артек», Феодосии, в Гурзуфе и под Севастополем. Вот это дерево сейчас находится здесь, в Севастополе, на у горы Госфорта, в палаточном лагере. Оно наверняка через несколько лет украсит лагерь. Даст там ту самую тень, в которой может какая-нибудь очередная палатка будет расположена. Трехлетние деревца вырастила мать Саши Холодного из шишек, которые путешественник привез из Америки в 2015 году. Растут секвойи очень медленно, но достигают высоту сотни метров. Саша привез нам вот такое дерево. Представляешь? Через 5000 лет вот здесь, на этом месте, придется бассейн убирать. Будет расти вот это то самое дерево. На следующий год Холодный планирует высадить в Севастополе целую рощу из тысячи секвой. Чемодан шишек уже собран, и к выращиванию саженцев путешественник подключит всю семью и друзей.